Never gonna give you up. Я хочу повторять танцы из Fortnite в ТикТоке у себя. Но, очевидно, самая лучшая поза в мире. Здравствуйте. Привет, Кирилл. Здорово. Мы сегодня проводим кальмара или нет? Не, а там прикольно? Ну, там прикольно или нет? Если там прикольно, то пойдем один раз. Давай одну катку сыграем с рандомами. Мы сможем с подписчиками играть или нет? Да, да, сможем. Можно, вроде бы. Это Краб Геймс? Мы в Краб Геймсе? Ну смотри, я тебе буду все объяснять, когда режимы запустятся. Сейчас пока что жди. Это типа набираются игроки. В общем, за победу в маленьких играх кальмара. Ага. Ну это стандартная Green White Red White. Так вот, за победу в маленьких играх тебе монетки начисляются, за монетки ты типа покупаешь какие-нибудь читы. Легальные. Я сейчас обосрусь. Который придумал сам автор. О, лох прыгнул и умер. Реально, ботика попустили. Фух, попустили ботиков. Но я на изи сейчас топ-1 возьму. А где мне эти читы легальные покупать? Как их, смотри, как их в этой игре у тебя будет пушка лазерная. Ага. И нужно будет тебе сломать по форме печеньку. Ну, поймешь. Все, ладно, давай. А вот тут покупать, смотри. Ладно, неважно. Я хочу треугольник. Ну, там на английском я тебе буду объяснять. Я хочу, мне надо треугольник. Треугольник самое легкое, я смотрел. А тебе рандомно все равно дадут. Ладно. Стрелять нужно будет по точкам. В смысле, что происходит? Мне страшно. Опа, танцульки, танцульки, танцульки. Не, ладно, танцульки-то у меня есть. Пока что трюешь. Вот это самое главное. Ждешь очереди расстрела. Чел поломался. Вы поломались, мистер босс. Самая лучшая поза в мире. Скажи, когда зайдешь. Куда? А как зайти? Алло! Пацаны! Пацаны! Ты сейчас поймешь. Тебя телепортируют. Ладно, как граффити нарисовать? Что ты делаешь? Как ты это делаешь? У тебя, кстати, Fortnite. Вообще на изи все сделал. Легчайше. Стреляй в кружочки в эти. В форме. Я прошел? Фух, чуть не заруинил. Нормально, нормально, да, нормально, нормально. Типа офнуть экран, потому что будет типа. А что офнуть экран, чтобы что? Кирками будут забивать друг друга. А, все, понял. Так может быть, да похуй, бля. Давайте затимимся все. Типа. Да, давайте затимимся. Чтоб нас не убили. Не-не, тут нельзя тимиться. Нас забанят в Fortnite. Чебоксары, не делайте только. Не идите ко мне, чебоксары. Уйди, чебоксар. Мы банда. Блядь! Нет! Не бей, чебупица, не бей! Не я бей! Помогу, если что. Не бей, чебупица! Я за тебя. Не бей, не бей! Не бей, не бей! Все, меня никто не заметит. Ебать! Я вас спасу, босс, я вас спасаю! Уебать! Ай, блядь! Все, нормально, босс, нормально. Фух, нормально, 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 нормально. У меня тут, кстати, 15 побед вроде или 10. А какой смысл здесь? Что тут делать вообще? Где вот эти вот, ну... О, что-то случилось. Тут гарпунами друг друга надо будет притянуть. Аккуратней. Тут можем проиграть все разом. О, я притянул кого-то уже! Блядь! Капец, ладно. 3 против 2, Кирилл. А я уже все, чё? Все,
Мы выиграли, Кирилл, скорее всего. Мы выиграли! Кайф. Да, мы выиграли? Да, мы выиграли. А за нас команда затащила, типа. А, ну все, изи. О, это про шарики, я шарю. В смотрим режиме тебе нужно выбрать правое или левое. И все. И там рандомно распределиться. В смысле? У меня мама всегда отгадывает, кстати, я у нее спрашиваю. Все? Да, она отгадала. Не понял. Мы выиграли? Мы выиграли сейчас? Второй раз надо на зеленую стать. Надо вот так. Еще раз на то же самое. Мама сказала правду. А, блин, мама не отгадала. А я затащил, я затащил. Оп, оп. Ладно, сейчас я всем покажу свои топовые танцы. А как себе что-то купить? У меня 5 монеток. Как 5? У меня 5 монеток. Что сделать? Смотри, вот иди вот сюда, в красную штучку, и зажми, если хочешь купить. Какую? Вот смотри, 50 брони это. На пятую игру это у тебя сильный прыжок будет, сможешь 2 плитки сразу перепрыгнуть. 7 баксов. Капуцк. Не, надо докопить. Зелье прыгучести в Майнкрафте. Ну я понял, понял. Второго... 7 баксов надо докопить, я докоплю 7 баксов и что-то сделаю. Так, оп. Жей, зацените, что я делаю. Ну ладно, я хотел вам... Это самое сложное испытание, как по-моему. Тут чисто рандом. Давайте, чебоксары. Вы первые. И сзади тебя, смотри, еще идет красная штука, которая убивает людей. В смысле, где? А, вот это? Блин, прикольно. Нельзя, Атрикс. А, ладно. Мамочка, мне страшно. Давайте, чебоксары, идите туда. Я пока вам станцую. Жесть, что он делает? Как он угадывает их все? Лайфхак. Лайфхак. Идиот, идиот, блядь. Посередине. Да как он угадывает, блядь? Идиот, сука. Кирилл, где было, право или лево? У меня залагало. Мы на правой сейчас. Скажи. А, тебе вперед! Вперед! Просто вперед! Вперед, блядь! Фух. Оп, оп, оп! Ебой, видали, как я жестко затащил, реально. Я все угадал. Я угадал все. А ты мне не сказал, где право или лево? А шо? Да что? Он просто повод ищет. Я сам забыл. Ты не сказал, где было, право или лево. Я забыл, я не виноват. А что здесь делать? Смотри, тут нужно, сразу говорю. И с бритеров надо будет друг друга вытолкнуть. Кого? Всех? Ничего не понял. Что делать надо? Ничего не понял, блядь. Прости, Кирилл. Не Ладно, понял. Я дам тебе выиграть. Не, не надо, давай честно. Ты чё, дурак? Давай, ну, как бы, зафайт. Стреляй. Ещё. Кирилл, стреляй под себя стреляй. Тогда ты 100% выиграешь. Пиздец. Я выиграл! Смотри, это я! Это я! Всё, в лоб. Ебать, жесть, пацантре. Ювин! Это мне все деньги сейчас в донат отправят по ссылке в описании, восклицательный знак донат в чате. И вот это вот, мне вот это все отправят, и вот эти деньги да, мне. Да, реально, все деньги. Жесть, капец. Капуцк, это мне... Ой, чё? Ай, блядь. Что вы мне там сказали? Чё за нахуй? В смысле, блядь? В смысле, блядь? В лобби надо. Я выиграл. Там написано «You win». Ну, очень круто поиграли, друзья.